Глава региона Александр Карлин накануне посетил Быстроистокский район. В центре внимания – образовательные учреждения, которые пострадали от наводнения 2014 года. Губернатор посетил школу и детский сад в селе Верхозерное. Они больше всего пострадали от наводнения. На восстановление объектов образования было выделено около 20 миллионов рублей. Строители оперативно сделали ремонт. 60 детей продолжают обучение в комфортных и современных условиях. Замена крыши полностью, окна полностью, восстановительные работы все, и бетонные, штукатурные, то есть они все практически полностью, и смена полов. Также глава региона встретился с коллективом учреждения. Он призвал педагогов и жителей села по максимуму использовать обновленные здания школы и детского сада и решать задачу наполняемости классов и групп. В вашей школе, уж я не говорю за район, оказано очень прилично, мебель школьная новая, много оборудования. Что для жизни нужно, все есть.